Всем доброго времени суток, друзья. И хороших выходных сразу. Опа. Работник на работу приехал. Сейчас зайду. Как ты? Да ничего, так приболел. Приболел? Возможно, на велике. Ветром обдувает. И в уши понадуло, по душе. Лямки застегивай, когда едешь. Ты на бочке? О, уже хорошо. Тут дым, сюда дым. Я вчера что-то раз 6 или 7 тебе скинул, когда ты позвонил. Я просто не успел к телефону подойти. Ну все, и я уже в люле был. Думал, подойдешь, ну ладно, ничего страшного. Что там твои дома? Столик как? Да ничего, нормально. Все помещается, получается? Да. Уже опробовали? Чай пили? Нет, еще пока не его опробовали. Чай пили хоть? Ну, поставили его пока-то. Куда хочешь, можно выдвигать, да? Ну, да. Вот тема. А что, он легенький, не перед нас. Вообще нет. Тема. Я же тебе говорю, смотри, только жопой не сядь на него. А нет. То там разломаешь. А стулья там. Зачем? Во, и стулья в тему. Стульчик мне понравился. Я сидел что-то на стульях. Вообще пушка. Мягенький. Вообще атас. Владимир Иванович, там не видел, где дорога? Нет. Батя еще давление сбил? М? Давление сбил, батек. Нет еще? Он опять прыгает туда-сюда с скачками. Отходняк? Да он не пьет. Не, я имею в виду давление. На таблетках. Сейчас. Я понимаю, что никто не пьет. Выпили там один разок и все, все. Что там это? Праздник тем более. Правильно? Да. После свадьбы началось. Вот. И все, да. По сей поры. Надо же игрушки отдать Санькову дитю. Заберешь ты, может? Сейчас зайду, Юр. А? К тебе. Кошечку, кошечку. Кошечку. Киса, да, вот она какая. Киса, ты Маркиса. В акуле живет. Мяу. Все там у нее как положено. Лоточек, кормежка. И погнали. Ну, да. Владимир Иванович тоже. Котик живет, узнал? А? Владимир Иванович тоже кот. Да я кошак. Видел у него. Помнишь? Как-то один раз. Ну. Значит, игрушки заберешь, да? Сразу отдашь, передашь. Сейчас бочки разгрузишь, да и забирай игрушки. А ты сюда их принес? Да нет, могу сюда принести. Притащи сюда пока да будет. Сюда принести, ну, отсюда также заберу. Да все правильно. Сейчас глянем здесь, посмотрим, что там. Мягкие игрушки Оля с Кирой передали. Сашкиному и Надиному дитю. Как зовут девочку? Кого? А, есть? У них. Ангелина. Ангелина? Заволокина? Ну. Пушка. Очень красивое имя, молодцы. Олег, ты не забывай коня своего протирать, чтобы он... Я его вчера протирал, блин, видишь, опять проскочил. Погода, ты видишь, какая? Да вижу. Сзади не накидывает? Нет. На спину? Нет. А я крыло опустил. Ну-ка, там. Покажи. Не накидало ничего? Нет. Да не, есть и много. Ну, накрошило. Сейчас щеткой дома. Щеточкой обязательно, да. У тебя специальная щетка? Да, у меня бельевая. Пошел, купил. Дома искал свою, блин, так не нашел. Пришлось спросить, покупать. Я понял. Перчаточки купил тоже. Там тете Нине надо, да, еще шоколадочку передать. Подписчик прислал, сказал матери шоколадку, чтоб ты отдал. Сейчас возьмем у Юли здесь. Перчаточки купил тоже. Перчатки? Когда ж ты успел, блядь? Вчера. Да ты что? Ну-ка. Ну, какие? Ёптара.
Тема. Глянь, какие теплые. Ух ты. Теплые, да. И цвет такой, смотри, какой модный. Ну, ехать как раз и пальцы. Удобно, удобно, да. А летом можно костюм велосипедный взять. Такой. Настоящий. Гоночный. Знаешь, Олег? А? Ты знаешь. Видел, да. Он в таких ездит? Видел. Такие в обтяжку у них этот. Чтобы это скорость была больше. Возьмем тебе велосипедки. Такие. И это. Велосипедную форму. Шлем можно взять. Наколенники к этому. Это. Да, шлем, наколенники, налокотники. Все там. Обязательно к этому наколенники нужны. Да, и ништяк. И пошел. Ну как сделал еще. Тут был ни разу. Ездит. И бог с ней пусть ездит. Дай бог. Сейчас надо приехать снять эту фару. Фару снять? Угу. А что случилось? На зарядку поставить. А, ты ставишь на зарядочку? Надолго хватает? Ну, он от солнца заряжается, вот эта солнечная батарея. А, надолго хватает? Ну, солнечная, когда солнечная батарея, блин, раз в месяц, может, если зарядил, то хорошо. Вообще, а ништяк. Такой, блин, ты видишь, ни солнца, ничего. Каждый день надо, да? Ну, не каждый, но хотя бы раз в день, две недели. А, ну, тоже батарея. Ничего, пойдет, пойдет. Неон сафари. Такой один у нас в районе, да? А? Такой один в районе велик. Да. То, что я не видел. Ни у кого такого нет. Все писали, что такой лучший велик. Такие есть наподобие, но не такие. А двигатель вот сюда ставится. Движлан тебе же надо брать, Олег. Да. Вот это выше поднимается. Она снимается хорошо. А сюда ставится. Они же с креплениями совсем должны идти. С ручками. Сейчас там с Америки тебе подгон будет. Движок возьмем. И перчатки. Ну, перчатки, я смотрю, ты уже взял. Перчаточки взял. Ну. Движок ставится за место вот этого бачка, правильно я понял? Да. Но он выше поднимается сюда. А ничего не покорябает раму? А как? У него же крепление. А труба куда будет выходить? А зачем трубок? Ну там труба. А, она отдельно от этого. Выхлопная труба. Она отдельно уходит, она не мешает, она ни к чему. А бачок куда поставим? Прям наверх сюда? Ну, конечно, вот он будет. Бензиновый бак? Да. И всего он ничего не мешает. А кто же будет подсоединять цепи и все остальное вон там? Тихон? Попрошу, да. А он сможет? Конечно. Он что, по торчкам тоже соображает? Да. Вообще пушка. У него мопеды, мотоциклы раньше были. Да? Я с ним менялся. Мопед, блин. Дельта у меня была. Дельту отдавал? Дельта и верховина, по-моему, была у меня. Ты ему отдал что? На Запорожье поменялись в тот раз. Запор он тебе отдал? Я ему мопед, а он мне Запорожец. Ух ты. Сороковочка была. Сороковой? Сороковка мне чего нравится, она не греется. А тридцатка греется. А я не шарю. На стольник он бежал по трассе. Стольник 110. Запор? Он шел, да. Ходил ты столько? Да. У меня коробка, блин, запасная, новая прям к нему была. Отдали. Короче, движок целиком в запасе. Ух ты. Считай, две машины. Донор. Потом как продал Игорю Хомяку, потому что деньги срочно нужны были. И все, да? И все на этом. Он месяца два на нем поездил, поковыркался на крыше и сдал его в металлолом. И разъебал всю машину, да? Ай, бля. Ну ничего. У тебя зато мопеды, да? Через полтора месяца. Ушли тоже. Его не стало.
после этого, после травмы. Вот так вот. Вот этот запорожец. Какой-то несчастливый. Нет, ну он, запорожец, он нормальный. Белый кипельного цвета он был, с черной тонировочкой, он тонированный был. Диски, по-моему, были, да, какой-то я видел, давно здесь ходил. Диски литые на нем стояли? Стояли, видел, ходил. И движки там сзади, по-моему, да? Да, движок сзади. Сзади движок. Спереди багажник. Как у Porsche. Тот же Паршуга. У меня спереди две колонки стояло. И в салоне две колонки. Музыку врубишь и... Ух, пошел, блин. Заводился четко? С попинкой. Как часик? Я не делал, я с этого с тумблера заводил. А, с этой? Щелк? Щелк и все, и завелся. А вообще пушка и ключ не надо таскать с собой. Ну да, и не потеряешь ничего. Ну да. И тумблер, блин, под самым рулем, под самым низом стоял. Никто не догадается, то он... Как заводить, ключ. Да? А это раз, оп. От угона, против угоночка. Да, типа того, наподобие. Понял. Все. Запор пута, раритет уже. Ну, продают, блин, они чуть сейчас в цене поперли опять. Дорогие? Я не узнавал. Они в том году, блин, ты мог бы за 1000-1500 взять их. Да ты что? Да. Так дешево? Вот, года 2 или 3 тому назад. Вот так вот, а где-то сейчас? Примерно. А сейчас они, у них стартовая цена от 10 и выше пошла. Кого? Чего? Запорожец. 1000? Сороковка, да. На ходу все. Сейчас по десятке продают? Да. За десятку можно смело взять. На полторуху еще лучше было. За 1,5 можно сразу взять. Конечно. Больше я спускаю. 6,5. Ну ладно, что? У тебя есть, Олег, свой конь. Этого коня хватит. Был запорожец и бог с ним. Все это давно было. В 90-х, наверное, был, да? Да, не так, что да. Когда? Это было, сейчас я скажу, 33 года мне как раз было. Сейчас 37. Года 4 назад? Я понял. Ну да. Когда-то я видел, пролетал здесь. Белый, ты говоришь? Да, белый. Белый был на дисках. И тонированный. Там и не видно было, кто ездит. Она вся закатана у тебя была, да? Ну, кроме лобового. Кроме лобового и не видать поэтому было. Там такая белая кипельная свежая. Ну, вот как Приора, наверное. Ну, да. Паршуга. Что, пойдем по кофе ебанем? Пошли. Ты будешь? Кисуля, нельзя. Все. Все. Заблокирован кот. Как зовут кошечку, Олег, помнишь? А? Помнишь кошку, как зовут? Мурзик. Мурзик? По-моему, не Мурзик. Но я его зову Мурзиком. Муся. Это девочка. Ир, ну давай нам кофе два. Олег Владимирович тоже изъявил желание. Переходит, говорит, на напиточки, на такие, на безобидные. Он со мной любит на бочках. Муся. Запрыгнет и давай там. Она, не он. Ну, она. Ой. Держи. Ой. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Да боже такой. Такая, вернее. 150. Да? Иди гуляй. Сейчас пойдем в вытаскивать. С тобой пойдем? Да? Он со мной постоянно ходит. Да ты что? Молодец, хороший помощник. Давай мне Сталина раз. Муся. Одну. И запиши мне, знаешь, сколько? Так, 3, ну а так ты что, Олег, едем дальше. Запиши. Ну, ладно. Я естественно. Я просто, мне хочется денег, хочу домой. В аптеке.